Так ти там простраюєшся? Але ми вчетвером зараз рашить будемо, це круто. Я буду по бокам ставити, у мене ще є доски. О, у чувака алмазний меч. Нас тут п'ятеро. Должны затащить. Отойди, чувак. Он снял всю броню. Ой. Я случайно. Мы строим. Нас обстреливают наши. Давай. Давай, ты с правой стороны, я вот так с левой. Ой. У меня больше нет досок. Все, больше нету. Чувак ломает специально. Отойди отсюда. Мы уже почти подстроились. Нас тут... Это мне скинули есть. Отойди. Что ж этот чувак здесь стоит? Он так мешает. Вот именно. И ты мне больше ничего не скинул. Больше нет. Ух ты, фух! Меня скинули! Ну капец. Меня тоже именно из-за лагов. Короче, я сейчас сделаю себе... Давай быстро, давай, давай, давай. Я сейчас сделаю себе меч. И зачарую его, хотя не на что. Давай, давай. Я сделал меч, бежим туда же, все. Я ботинки себе еще сделаю. А, ну да, я лук. Ботиночки сделал. Лук у меня еще один есть. Теперь добываем стрел немножечко. Тридцать пять стрел, все, погнали. Туда же. Туда же. У нас самый... Мы на первом месте, кстати, сейчас. Надо на зеленых, у них Нексус защищенный. Зеленых. Мы же хотим зеленых, а не зеленых. Такие вот мы зеленые. О, смотри, Ред Нексус, все, им капец сейчас. А я нет, я лопату еще не выложил. Все, я готов, погнали. Я там, ты где? Короче, встречаемся там же. Где? Я тоже, я возьму нам. Я немножко возьму, мы все равно сдохнем, скорее всего. Ну, вот я одну грядку полностью вскопаю. Сколько здесь? Каждому по 15, нормально. Даже больше. Каждому по 18. Чувак ползет, как он это сделал? Нет! Все. Нет, наш Нексус сломают. Ну что вы такие придурки? Я так помню, не один раз играл, были на первом, и просто никто защищаться не умеет. А, это мы вместе играли, да? Наш Нексус сразу сломали. Было 75, а сразу его сломали, помнишь? Я досок вообще не взял. Я тоже там. Только я тебя не вижу. А, не, я тоже на зеленых. Не иди, подожди. Кто сзади? Кто сзади меня? Ну да. Ты что, гонишь? Я сейчас на зеленых. Чувак, я, ну на нашей площадке меня там не было, да? У них алмазник, ой, капец.
Ой, мне капец. А, он еще меч зачаровал. У меня он сразу половину хп снял. Капец. А, тут тупик. Тупик! Меня убили, зашибись. Пойдем сразу на раш. Ничего вообще не берем. Это уже бессмысленно копаться здесь. Вот именно, тут нету ада. Это виперы, у них же там есть, можно купить книжку за очки, и там можно выбирать класс. Там есть класс гост, ну типа призрак, типа невидимка. Я уже тоже там. Там алмазника. Там один полностью алмазник, а один только с алмазным нагрудником. И они тиммеры. Не, ну я имею в виду то, что они по скайпу по-любому говорят. Ой, чувак за мной бежит. Блин, я еды вообще не взял, я не отрегенюсь. Я возле нашего мостика, ты где? А чё ты броню снял? Так тебя сейчас грохнут. Давай, втроём, одевайся, мы втроем. Тебя уже спалили, полюбас. Скинули. Давай, вали. Красавчик. Ой, алмазник прибежал опять. Уф, все, капец мне. Я его уже ударил. Один раз, два. Все, меня убили. Будьте там, я бегу. Возьму 10 арбузиков и все, бегу. Бегу, 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 бегу. Ты что-то понял? Я да. Да, видишь, написал кто-то. Тебя убили? Но по крайней мере еще ни одна команда не вылетит, и даже у нас если сломают Нексус, его уже ломают, я как накаркала. Да капец, ну блин, защитите кто-нибудь, а? В общем, давай, я буду на Раше. Они уже поняли, откуда мы идем, они тут все толпой стоят. Они ломают. Вот говнори. Он даже не замечает меня. На-н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 а-